Итак, сегодня у нас четвертый день травопитания. Что я тебе хочу сказать? Чувствую себя как вчера, не лучше, не хуже, нормально. Каких-то особых психоделических эффектов не замечаю, особого погружения в сейчас нету, силы присутствуют, работать можно, ну, к примеру, там, можно в зал пойти, но думаю, все-таки, да, ты прав, наверное, лучше лишнюю энергию все-таки сэкономить, потому что, подожди, почему? Типа у меня нет куда прихода. А как же прана питание? Люди он на пране мышцы качают. А я тут лох какой-то на траве не смогу. Короче, надо заниматься. В общем, состояние хорошее. Ничего не болит, ничего не крутит. Нету каких-то негативных эффектов абсолютно. Ну, нету, конечно, мега какого-то там прихода. Знаешь, когда сознание вообще сверх расширилось, как чаш начинает все это рисовать. На улице у нас прохладно, 10 градусов, вроде бы как бы солнце есть, периодически выходит, но на улице я себя ощущаю некомфортно. Так, а что я хотел тебе рассказать? Да, с утра с меня опять сегодня вышли черепахи во время шлангопоппинга. А, знаешь, что я тебе хочу сказать, кстати? Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это травы так действуют, дают какой-то такой свой магический эффект. А может быть, не знаю, может быть, потому что в организме нет мусора, как был раньше. Короче, раньше у меня лично на голодании, на первый день к вечеру, на второй, на третий, все уже, либидо отпадало на ноль. Это вчера, это, ну я уже думал, ладно, в первый день продержался от дрочки. Второй день... Думаю, ну не стоит. В третий день оно не пропадает. Думаю, да ёперный балет. Короче, слил. Через 2 часа опять. Ты понимаешь, что это неугомонность какая-то. Ну, через 2 часа нет. Я не опять. Я все-таки думаю, ладно, постараемся продержаться. Сегодня четвертый день голодания, трахаться хочется. Я не знаю, что это такое. Обычно такого не было. Обычно, знаешь, наоборот, страшно становилось. Что меня действительно это пугало, что вообще полностью все пропадало. Даже, я даже помню, включал себе порнуху, а она никак не, этот, не впирает. А тут и без порнухи все. Короче, замечательно. Так что, видишь, короче, это, ну я не знаю, видишь, надо исследования проводить. Либо это травы, либо это может быть потому, что перед травами я чего-то такого ненужного не употреблял в еду. Пошел, короче, что это для рука, видишь, камеру рука устает держать, значит, нету сил. Это. Ты где? Ты тут? Значит, шел я сегодня в магазин и смотрю, тут по поселку банки алюминиевые валяются. Ты не стукаешь? Не стукаешь. Валяются банки алюминиевые. А я, короче, видосик смотрел это, на одном канале, как сделать мини-плавильню для того, чтобы алюминиевые баночки переплавить. И я вот это, знаешь, не удержался, иду и, короче, начинаю их собирать, думаю, от бомжара. Потом до магазина зашел, смотрю, в магазине в мусорном ведре банка лежит. Я, короче, в этот, в мусорное, ну как это, ведро же правильно называется? Мусорный бачок возле магазина. Я оттуда еще две баночки вытянул. Довольный целый рюкзак с этих банок принес обратно, высыпался я тут во дворе. Это. И думаю, теперь главное сделать мини-плавильню. Потому что я такой товарищ, что я могу тут насобрать банок целую кучу, а руки до мини-плавильни могут так и не дойти. Короче, я правда еще не знаю, что с этим алюминием делать. Это, но можно будет слитки сделать и потом где-нибудь закопать у себя в огороде. Ну и... Почему? Потому что его могут стырить. Вот, допустим, знаешь, вот хорошо, когда ты все-таки вот, допустим, типа, ну, да, хорошо, веган. Это сыроед. У тебя даже стырить нехрен. Вот у другого человека, который там запасается тушенками, колбасой, сыром, вот его могут в хату выставить тупо из-за жрачки. А тут откроют, посмотрят какие-то семена конопли, лен. Нет, ты думаешь, ни хрена съедобного нету, и уйдут дальше. Понимаешь, вот еще один это, плюс в пользу такого питания. Это. А люди, такие как веганы, ну я вот, у меня, например, в голове не укладывается такой картины, что веган пытается влезть к другому вегану в квартиру, чтобы сознательно украсть у него что-то. Ну такого же не может быть.
по идее. Но я у меня даже не представляется. Прикинь, такой один злобный веган прорывается, вскрывает замок. Ну, короче, смысл ты понял. А вот с алюминием, алюминий могут украсть, потому что это дело серьезное, его легко сдать. Это очень, как это, ликвидный товар. А я не знаю, что я с ним буду делать. Может, ты мне посоветуешь, какие-нибудь эти солдатики будем отливать? А нахрена нам солдатики? Ладно, я, короче, наплавлю себе тонну... Так, ты никому не говори, что у меня будет тонна алюминия, потому что меня тут точно украдут. Это, а потом, когда мы будем реализовывать с тобой проект Венера, скажут: Алексей Юрьевич, какую вы сможете лепту внести? Я скажу: у меня есть тонна алюминия. Мы можем это применить для короче, построить что-то с этого дела. В технологии всунуть. В общем, так. А завтра, кстати, Оля, тема. Все на ходу, как говорится, приходит в голову. Завтра в 8:30 я поеду, нет, я поеду раньше, завтра, короче, в 8:30 в этом Северодонецкие мероприятия, это, лохи наводят порядок в городе. Ну, короче, так как городские власти этим же не занимаются, это, поэтому есть такие лохи, как мы, которые, ну, типа, собираются, сами себя организуют, ну, и что-то там пытаются за городом поубирать мусор. Вот, и я буду, короче, мусор убирать, а банки я буду складывать и набивать себе рюкзак. То есть, видишь, у меня еще даже, типа, это, то я просто хотел поехать на халяву, а теперь у меня тут даже корыстная цель будет. Вот такие дела. А, так, а тут еще, понимаешь, тут этих банок. Тут же, короче, вокруг поселка мусорник. Ну, как, наверное, сейчас везде, наверное, да, так? Это, люди просто в этот край нашли какое-то место и потом туда все скидывают. И вот я буду в этом мусорке такой отважный воин, короче, колупаться, собирать банки алюминиевые. Все сказал? Я сделаю обзор костюмчика. Я просто его еще, я не забыл. Я просто изучаю этот. Это, я конспекты считаю, как он работает. Никак не могу запомнить. Там, я запомнил, что здесь, короче, какое-то нановолокно, пропитано ионами алюминия. Это, что... Ну, то есть мне, в принципе-то, это не надо, но вообще оно обладает бактерицидными свойствами, и даже если от человека исходит какой-то неприятный запах, то оно все это, запах, короче, расщепляет в этот, на молекулы. И все, и больше нету запаха. Ну, там ионы серебра, тыры-пыры, короче, что такое. Но это так, это то, что я запомнил. У меня память плохая, понимаешь, мне долго приходится учить. Тут же тут каждый вот это, знаешь, здесь одно предназначение, тут ниже уже другое предназначение, здесь на локтях третье. Все именно просчитано, как говорится, проводились самые сверхсложные испытания, замерялась температура, как во время того, как человек движется, как сопротивление воздуха, где как циркулирует кровь. Ну для того, чтобы, смысл, короче, какой? Чтобы... Температура тела была 37 градусов. Неважно, на улице хоть 10 градусов, у тебя будет температура 37 градусов, хоть 50. Как бы смысл такой. И при том, что это равномерно. Не в каком-то месте 37. Короче, так, там, где оно потеет, пот наоборот расходится. Там, где оно не потеет, а холодает, там более утепленный материал. Ну, как-то вот так вот оно все придумано. Поэтому я еще не выучил, короче, конспект, чтобы его обзор сделать. Понял? Все.